Привет, дорогой я. Сегодня 4 мая 2021 года. Холодно жутко. Весны в этом году не будет, что ли? Сразу скажу, хотя ты можешь не знать, что я любитель играть на короткой дистанции. Немного заложен нос, поэтому попробую вкратце. Так вот, если у тебя хоть что-то получится, можешь дать этому огласку до конца текущего года. Не нужно ждать 2025 и дальше, но ты и так это понял. Хочу сказать следующее. В каждом человеке есть доля убеждений, доля веры, а также небольшая примесь чужого мнения. Вся сложность в том, что мы так часто слушаем мнение окружающих, позволяя ему всегда выходить на первый уровень, быть определяющим нас явлением. Знай или верь хотя бы, что это не так. Давай возьмем на простом житейском примере. Этот аккаунт TikTok у тебя, у нас, сейчас 6000 подписчиков. Вот вспомни, как тебе говорили, что с умными речами ты тут никому не нужен. Но ведь это не так. Уже целых 6000 человек так не думают. Здорово. Не знаю, может, к концу года таких будет 10-12, было бы неплохо. В общем, думаю, ты понял суть. Не помню, кто это сказал, но не позволяй шуму чужих мнений заглушить твой внутренний голос. Делай, как считаешь нужным и что считаешь правильным. У тебя все получится, я в это верю. Привет, дорогой я. Сегодня 23 марта 2020 года. Почти месяц прошел с того момента, как по всей стране объявили локдаун. Все из-за этой странной болезни, коронавирус или как там его. Странное чувство, все эти маски, антисептики, боязнь лишний раз выйти на улицу, особенно в людное место. Одним словом, ограничения. Люди как будто постепенно начинают понимать старую фразу «не ценим то, что имеем». Может, это только мне так кажется. Я сейчас сижу на кухне и смотрю в окно. Эти деревья, небо, солнце, проблески зеленой травы. Это просто невероятно красиво. Странно, почему-то в этом году вся эта красота природного мира кажется такой особенной, реально. Я тут подумал, может, человек так устроен, что он начинает ценить лишь тогда, когда его лишают чего-то. Грустно и страшно от этой мысли. Лишиться, чтобы ценить. Лично мне сейчас не хватает походов в кино. Мы же как раз собирались пойти на Лигу домашних животных. Представляешь, все это скоро станет просто воспоминанием, как будто ничего и не было. Ну, по крайней мере, многие так говорят. Может, они просто надеются. Хотя, кого я обманываю, я тоже на это надеюсь. В будущем, в 2021 или 2022, все это точно закончится. Представь, ты сейчас сидишь в кресле и все это читаешь. А если нет, ну, тогда ты уже и сам словно герой фильма. Точнее, все уже словно в главной роли какой-то антиутопии. Не знаю, сколько прошло времени и когда ты это будешь читать. Держись там. Ведь даже после самой темной ночи наступает рассвет. Привет, дорогой я. Сегодня 20 января 2022 года. На улице лежит снег, холодно, светит солнце. Наверное, впервые за последние 7-8 лет сегодня я задумался над одной странной вещью. Почему все люди, ну, многие, так боятся смерти? Вопрос не новый, но я попытаюсь дать тебе на него совершенно новый ответ. Так вот, я долго думал над этим и пришел к такому выводу, что боязнь смерти попросту не существует. Нет такого понятия, просто нет. Все, кто боится смерти, на самом деле боятся жизни. Я сейчас объясню. Многие думают, мечтают что-то сделать, начать какой-то проект, совершить подвиг или просто решиться на определенный шаг. Очень мало кто решается на что-то серьезное, а еще меньше тех, у кого действительно получается достичь результата. Следуя такой логике, я уверяю тебя, люди не боятся смерти, они боятся не успеть сделать, не успеть решиться на определенный шаг за тот период времени, которое им отведено. Кстати, пока ты еще здесь, я скажу немного о времени. Наша жизнь – это кинолента, пленка, в которой каждый день – это отдельный кадр.
Мы воспринимаем время как продолжительность этой пленки, насколько секунд, часов, лет хватит ее длины. Но если взять пленку с фильмом в руки и разложить перед собой, можно смотреть на все кадры одновременно. Нет никакого времени, все кадры видно сразу, понимаешь? Твое будущее уже сегодня, твое прошлое уже сейчас. Помни.